Когда они говорят о том, что мекканские многобожники совершали ширк, то есть были муахидами в рубубия и совершали ширк улюхия, я им задаю вопрос. Мекканские многобожники отрицали воскрешение. Обратите внимание. То есть аль-баасу ба'да аль-маут, то есть что Аллах воскресит после смерти. Это в рубубия или улюхия? Естественно, рубубия. Так где их таухид рубубия? Если они отрицали сам факт воскрешения, это значит, что они не то что сомневались, они отрицали сам принцип рубубия.